Привет-привет! Сегодня мы поговорим о фее порядка по знаку зодиака. Эти знаки по жизни любят находиться на первом месте, причем во всех сферах. Так почему в хозяйстве должно быть по-другому? Эта женщина способна обустроить любую захудалую квартирку, превратив ее в образец стиля и вкуса. И даже если тебе кажется, что из одного яйца и луковицы невозможно приготовить обед, она докажет, что ты ошибаешься. Правда, этими своими талантами она не привыкла хвастаться кому попало. А уж если тебя пригласили в гости на фирменное жаркое с тремя видами мяса, значит, ты в ее жизни точно не на последнем месте. Они лучшие хозяйки всего зодиакального круга. Их дом прекрасен, словно сказочный дворец, а сами женщины – настоящие принцессы. Готовят такие женщины просто восхитительно, от их блюд просто невозможно оторваться. Иногда кажется, что блюдо готовила не эта женщина, а профессиональные шеф-повара. Но в гости они приглашают не всех подряд, только избранные получают право побывать в доме этой барышни. Эта женщина тщательно следит, чтобы ее дом поддерживался в достойном состоянии и всегда был готов к приему гостей. Устроенные ею приемы поражают великолепием и щедростью, но нежданных гостей она все же не жалует, поскольку они осмелились прибыть без ее на то соизволия. Она прекрасная хозяйка, с ней легко и приятно жить вместе. Если ей комфортно, она становится мягкой, спокойной, позитивно настроенной. Даже дома она выглядит так, словно собралась на официальный прием, успевая при этом готовить, стирать, убирать и нянчить детей. Но вы готовы узнать, что же это за знак зодиака? Ну а это, конечно же, Лев. Ну а если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.